Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне.
Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Туалет. Отброшу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь храма? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Смотрю, что за бумаги ты там нашел. Я сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским... старались не стрелять. Ну, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные покупки наши. Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети... Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Знал бы ты, как за это приходится платить. Кровью. Своя война была. Другие поняли, что раз мир уже начал так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все такое. Потом еще долго на связь выходили. Они не могли... В автономном плавании по полгода находиться. Денег не хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомнил дрожь. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать?
молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артем. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Thank you.